Великая суббота, Свято-Покровский кафедральный собор города Гродно. Освящаем куличи и прочую снедь, но хочется сказать о том, что вербочки засохнут, куличи и писанки съедятся, и что все? Пасха закончилась? Что главное можем мы принести в дар и осветить для того, кто очеловечился, взял на себя грехи каждого человека, претерпел смерть и спустился в ад, чтобы вывести праведных из ада, сердце свое принести и осветить. Как? Расписать его покаянием, причаститься и не терять эту святость, сохраняя непрестанную молитву, хотя бы попытки этой молитвы, чтобы не зря Христос воскрес в моем конкретном личном случае. Спаси Господи. Ждем всех на литургии. На сегодняшнее событие, на смерть Христову, мы смотрим уже сквозь призму воскресения Христова, сквозь призму Пасхи, и мы знаем, что буквально еще немножко времени пройдет, и мы уже будем друг друга приветствовать словами «Христос воскресе, воистину воскресе». Поэтому мы знаем о том, что смерть Христова – это жизнь для каждого из нас. Если мы в сегодняшний день ограничим только освящением святых Пасхи, то грош цена всему нашему православию, всему нашему христианству и всей нашей Пасхи. Поэтому действительно, еще раз повторюсь, правильно действительно продолжать эти традиции, освящать свои приношения, но правильно было бы и освятить свои души. Освятить свои души и в таинстве исповеди, и в таинстве причастия. Поэтому хотелось бы вас в таком же количестве, в таком же составе видеть не только через год, но и видеть буквально через несколько часов на пасхальном богослужении. Хотим напомнить, что в нашем соборе будет совершаться богослужение довольно-таки часто, то есть и в 12 часов ночи пасхальное богослужение, в 6.30 утра, в 9 утра в храме Ольги Святой, и в 9.30 утра, поэтому у кого есть возможность, постарайтесь собраться вместе с семьями, также прийти на литургию, поисповедоваться, причаститься, и вот это будет по-настоящему Пасха. Праздником! 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 Праздник! Давайте тоже, чтобы просто не подросло, потому что не растет ничего. Праздником! 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 Праздником!